Зима у нас наступила. Неожиданная погодка омерзительная. Я бы, если бы не к Светке, вообще бы из дома не вышла. Но Светке святое, святое вообще. Ребенку я в любой погоду поеду. Кстати, здесь сидели бомжи. Это же стульчик бомжевской стоит. А бомжа-то нет. Ну, никого, бездомные. Какого детик? Погода-то такая, что... Не хочется сидеть. Да. В тепло пошли.